Деятельность боевиков группировки «Исламское государство» – самая горячая тема для антитеррористических структур стран-участниц СНГ. Об этом говорили в Минске на международной конференции, где представители спецслужб обсуждали современные методы борьбы с мировой террористической угрозой. В своих выступлениях эксперты подчеркивали, только в партнерстве госорганы, общественный сектор и деловое сообщество добьются результатов в борьбе с этим злом. Как отметила в интервью с журналистом представитель антитеррористического центра СНГ, капсульных территорий безопасности уже практически не осталось. Глобализация сделала свое дело. А в этом контексте деятельность боевиков ИК вызывает наибольшие опасения. Группировка проявляет чрезвычайно высокую активность, которая связана с боевыми действиями. Формат терроризма носит военно-полевой характер. И спецслужбы стран Центральноазиатского региона СНГ совместно с коллегами держат ситуацию под особым контролем. Это не совсем тот формат терроризма, к которому мы привыкли. Это военно-полевые операции, это войсковые операции. И, конечно же, те государства, содружества, которые находятся в Южном полюсе, в Центральноазиатском полюсе, собственно говоря, очень внимательно сейчас относятся к действиям этой группировки. Потому что фактически боевые действия ведутся в непосредственной близости от их южных границ. И наш антитеррористический центр, разумеется, отслеживает деятельность этой организации. Готовятся серьезные, очень тяжелые аналитические справки. Мы направляем их в государство. И эта тема активно обсуждается и в ходе тех консультаций, которые наш центр проводит с партнерами органов безопасности Центральноазиатского государства.